На набережной спортивной гавани восстановили недостающие элементы скульптурной композиции из смальты Алексея Ануфриенко и провели благоустройство рядом с арт-объектом. Сейчас осталось доработать несколько моментов, которые планируют завершить до конца этой недели. Работы здесь проводятся в рамках реализации проекта «Туристский код Владивостока». Их выполнила подрядная организация по заказу мэрии. В итоге скульптурную композицию в виде рыбок восстановили в первозданном виде. Здесь был проделан целый ряд работ, начиная с того, что мы подготовили основание, залили бетонные плиты необычной формы, также очистили скульптуры от краски, которой они были покрашены. Кстати, очистка проводилась очень бережно, микрокальцитом. Также были заменены недостающие элементы смальты и камней. Из художественного бетона мы сделали по технологии мрамор из бетона некоторые элементы. Вот вы можете обратить внимание, там вот голубого цвета, красного. Подрядчик уже привел в порядок дерево, расположенное рядом. До начала работ оно было сильно разросшимся. После того, как опала листва, была проведена санитарная обрезка. При восстановлении объекта учитывались все пожелания и корректировки его создателя, который в результате высоко оценил выполненные работы.